Следственный комитет просит откликнуться неравнодушных граждан. Есть основания полагать, что человек на этих кадрах – подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления в отношении ребенка. Уголовное дело возбуждено в первых числах ноября. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось получить эти кадры. На них, предположительно, подозреваемый сразу после совершения преступления в отношении несовершеннолетней. Следствие обращается с просьбой к неравнодушным жителям города Рязани посмотреть внимательно эту видеозапись, и если кто-то сможет узнать в этом лице своего знакомого, соседа, родственника, коллегу по работе, ну то есть может сообщить какую-либо информацию о разыскиваемом лице, просьба откликнуться и сообщить. Анонимность следствием гарантируется. Следствие поделилось приметами подозреваемого. Это мужчина выше 180 сантиметров, крепкого телосложения. На этих кадрах хорошо различима одежда. Черная куртка, синие джинсы и белая обувь. Следственный комитет просит всех, кто узнал этого человека, обратиться по телефонам 02 или 102, а также 8 910 906 1141. Также хотелось бы обратиться к тем жителям города Рязани, которые хоть и, допустим, не узнают в этом лице кого-то из своих знакомых, но также быть внимательными, особенно в районе местоположения детских учреждений, школ, детских садов. Если вдруг кто-то из жителей Рязани увидит это лицо и узнает это лицо, просьба также сообщить незамедлительно в правоохранительные органы. У следствия есть основания полагать, что этот мужчина причастен к ряду других преступлений, совершенных на территории города, поэтому следствие просит не оставаться равнодушным.